предложил Норильский никель. Прям что-то супер, что-то. Просто заряженные ребята были. Видно у них искорка в глазах. К сожалению, у наших футболистов, ну, во втором тайме, еще раз говорю, что изменили это настрой. А в первом тайме вообще, как будто у нас на площадке были, там, я не знаю, заслуженные мастера спорта, которые уже все выиграли в этой жизни и всем все доказали. И просто вот они уже так устали от футбола. Я считаю, может, в первом тайме как бы не настроились, эмоциональный, может, спад какой-то. Опять же, не реализовали, как это было, так и осталось. Реализация нашей главной проблемой. Ну и в защите сегодня плохо сыграли, пустили совершенно ненужные мячи. Поэтому больше нечего добавить.